Вздохните с облегчением, жители этого проклятого города, ибо Евгений, великий охотник на раков, уже здесь. Он поможет вам, он освободит вас от этого зла. Ах, и настал второй день. Мы продержались целую ночь. Тварь один раз умудрилась на нас напасть, но мы дали ей отпор. Немного нас покоцали, конечно, но ничего страшного, все будет хорошо. Что это у нас? Здесь ружье. Оно что, выглядит как-то по-другому, да, не кажется? А вроде бы апдейт вышел к этой игре. И это хорошо, очень здорово. Я понял, в чем суть игры. Мы должны не просто продержаться сколько-то там ночей, а мы должны убить это существо, победить его. Кабан мертвый, нет! Нет, стоп, он орет, он живой? А, нет, это другой, вон наш кабан! А ты самозванец, мертвый самозванец. Я уверен, что наш кабан там. Верно, кабан, прием! Прием. Слышу, кто-то здесь ходит. Вот тут. Да откуда эти шаги? Боже мой. Как с такого расстояния могут шаги доноситься? Не понимаю. Я должен проверить, что это. Кто бы ты ни был. Слышите? Прям стабильно. Ой. Что это? Что это? Это олень. Ой. Ой, да. О, в какую-то сторону мне пойти, но не нравится мне присутствие человека, то как все бесит меня. Боже мой, я готов кого-то разорвать сейчас. Вот бы кого-нибудь разорвать. О, боже мой. Просто успокойся. О, он прошел сквозь меня, и ему абсолютно плевать. Почему он такой черный? Ему плевать, что я в него выстрелил. Я ненавижу тебя, Женек. Все. Я избавил его от страданий. Он страдал от самого себя явно. Я все еще слышу шаги. Очень интересные. Надеюсь, это не баг. И я просто так сюда не иду. Но я пойду туда. Я хочу посмотреть. И вот мы пришли куда-то. Здесь какой-то склад. Звуки отсюда доносятся. Отсюда веет злом. Я чувствую присутствие зла. Зловещая аура окутала это место. Как здесь страшно. Кстати, у меня есть камера? Ну-ка, давайте поставим ее сюда, будет круто. Это место такое зловещее, и камера будет его снимать ночью. Как нам забраться в этот дом? Слышали, да? Это хищник. Ну-ка, рак, где ты? Так попробуй на меня напасть. Вы писали, что он может напасть и днем. Так что я очень осторожен, я очень осторожен. Также вы писали, что надо исследовать дома и находить там капканы, винтовки и всякое прочее барахло, амуницию, бронетранспортеры, вертолеты и всякое-всякое такое. Вы говорили про вот это ущелье, вы говорили, что там есть здание. Кабан, банан, что с тобой сделали, почему? Я должен тебя снять. Нет, Женек, не трогай меня, мне так нравится, очень стильно, я считаю. Ладно, хорошо, оставайся так. Тогда хотя бы следи за этим проходом ночью, окей? Ну конечно, Женек, буду следить. Все будет хорошо, я буду начеку, обещаю. Это ужасно стрёмное место. Отсюда могут напасть, я очень боюсь. Ладно, давайте, как-то вязко здесь, как-то очень вязко. Слышали? Она рядом. А вот мы и тут-то. Вот мы и тут-то. Вы, народ, писали, что здесь какой-то домик есть. О, и вправду есть! Какой классный домик. Ой, ой, а чё? Чё задуло? Чё задуло? Чё задуло? Страшно. Ой, ой. Он зловещий дом? Очень зловещий. О, головы свиней! О, боже мой, дырка в крыше. А если... Ой, 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 что это? Кто на меня нап... Монстр? Так, я встаю, я ухожу, я ухожу. Чё это было? Не понял. Чё это было? Кто-то мне ударил по голове. Я очень глупый человек, поэтому я иду снова. Иду снова сюда. Что здесь есть еще интересного? Я вижу, вот на столе что-то лежит. Так. Надеюсь, меня снова не ударит. Хорошо. Подхватывая медикаменты. Очень хорошо. И просто куча дохлых кабанов здесь. Я пошел. Ничего интересного. Даже избить нормально не могут. Опа, снова туша. О, это ноги чувака! Какой рак мог это сделать? Это же ужас просто. Но ничего, как я уже сказал, что я великий охотник на раков. Я... О, винтовка. Вот это хорошо. Я победю их. Всех их. Их всех абсолютно. Ой, плохое место. Я в хороших сапогах. И все со мной будет хорошо. Еще одна лодка, которая... сквозь которую я прошел. А, я еще и маг.
80-го левела, так что да. Хорошо, как мне включить оружие крутое? Вот! Gonna die! О, только я не могу ходить! Я не могу ходить, когда целюсь. Вот оно как. Женек, знаешь, мне что-то надоело тут на палке торчать. Если ты заходил в избушку, то, пожалуйста, возьми оттуда части тела кабаньи и собери меня воедино, я тебя просто умоляю. Я тебе что, Франкенштейн какой-нибудь? Нефиг было попадаться в ловушку. Везде кабаньи головы, их раньше не было. Рак пытается меня напугать. Вот дом! Я вижу склад какой-то, да? Ну да. Тело кабана. А, вот как раз-таки тело кабана. Надо будет как-то присоединить потом, попробовать кабана. Соединить голову с телом, может получится. Блин, нет ничего. О, а, нападение оленя! О, боже мой. Здание похоже на такое военное. Капкан, есть! Капкан 2, 3. Все, 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 все. Сейчас расставим их везде. О, Женек, я олень из будущего. Я пришел предупредить тебя, что ты найдешь капканы. Да, я их уже нашел. Ай, опять опоздал. Олень из будущего. Ай, опять опоздал. Хорошо, я установил 4 камеры и везде поставил капканы. И смотрите, кто пришел. Женек, я, в общем, сам решил собрать тебя по кусочкам. И у меня получилось, как видишь. Я готов служить тебе, верно? И на этот раз без оплошности, обещаю. Так что ставь на меня камеру. Только попробуй запороть все. Ты уже с камерой, что ли? А че говоришь, ставь камеру, если ты уже с камерой? Это последняя оплошность с моей стороны. Тупица! У нас здесь есть еще один капкан. Вот он. Мы можем поставить его перед свиньей, может быть, прям поставить. Я же не планировал тебя выпускать, банан. Ты будешь здесь стоять? Ну, Женек, я хотел гулять по кустам и исследовать местность для тебя. Когда на тебя придет рак, мы его... Оп, капкан. Вот как-то так, я думаю. Вот, хорошо. Что ж, я думаю, мы подготовились полностью. У нас есть аптечка, у нас есть все, что нам нужно. Мы расставили ловушки, расставили капканы. Вперед! Давай, ночь. Какие сюрпризы ты мне... Как не выйти? Как не выйти отсюда? О! Оно сразу тут! Оно пришло и убило моего кабана! Как так? А как же капкан? Это очень неожиданно. Я прям... Банан, не везет же тебе. О боже мой, оно идет. Это оно или кабан еще один? Это кабан! Кабан с камерой. Ага, Женек, это я. А то тело это другой кабан. Я просто решил за тобой пошутить. Ха-ха-ха. Все, я пошел дальше работать. Какого хрена ты вылез? Прости, только не ругай меня! Пицца! Ладно, давайте смотреть тогда, раз все нормально. Камера 5, все в порядке. Камера 1. Это возле нас. It's okay. Кабан? Слышишь шаги какие-то? Да. Это очень странно. Я сам насторожился. Сейчас я пойду посмотрю, кто это там ходит. С холмика прям спускаюсь. Так далеко еще не заходил. Ух. Хорошо, молодец, кабан, да. Иди дальше, иди дальше. Иду дальше. И... О! Так далеко я точно не заходил. Здесь трупы животных, трейлер. И какая-то прикольная клетка, в которую я хочу залезть. Да, я, кажется, понял, что сейчас будет, ты назовешь меня тупицей. Да, все верно, тупица. Вот теперь будешь стоять там, ясно, в этой клетке, как я и планировал. Хорошо, Женек. Как же скучно, боже мой. Знаете что? Я думаю, если рак не идет к Юджину, то Юджин идет к раку. Идемте искать. Не кричи, ты сбиваешь меня с мыслей. Я должен поймать его. Я очень хочу поймать его. Куда? Какого? А, ой, это было очень... Что это я достал? Не то я хотел. Вот. Откуда зло? Шуршало. Я убью тебя. Тихо, олень, не пугай меня. Есть маза вернуться и ждать, пока одна из камер вырубится. Когда она вырубится, мы сразу поймем, что оно там. Где-то в той окрестности. И пойдем за ним. Вот такой вот план. Ой. А чё за музыка? А чё олень пугает меня? А чё так всё? Эти животные. А! Нет! 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 Да что это такое? Домой. Чемой поударили мне по лицу, прямо по щечину. А, как вы смеете, сэр? Я вызываю вас на дуэль. Ну, где ты? Оно здесь, оно пришло за мной. Куда мне идти? Домой, вот сюда. Ладно, еще пару пощечин, я переживу, я уверен. Так что просто идем домой.
Ой, я вспотел от стрёма. Ой, какие заросли. Жрёк, как дела? Да и не представляешь, что сейчас было. О, боже мой, до сих пор щека горит. Это совсем не рак, я охотник на раков, понимаете, а не на таких монстров. Мне обещали раков, когда он так резко появляется и мочит и сразу же исчезает, а я ничего не могу сделать в этот момент. Что ж, ладно, давайте снова пойдем туда. Ой! Что это за магический волшебный огонек летит? Что это значит? Что это было? Это что за фигня? Это магия? Я даже не знаю, что делать с этим всем. Вот пролетел магический шар. И что мне с этим делать? Идти за ним? Следовать за ним? Не знаю. Я должен быть смелым и храбрым. Я иду атаковать. Так, смотрим. Есть ли тут чудовище? Вот я и пришел. Залазь. И сиди тут. Ой, надо было... Надо было капкан взять и поставить прямо вот здесь, чтобы он такой раз и напоролся, когда хотел бы меня сзади атаковать. Вот он! Вот он! Быстрей. Опа! Стоять! Стоять! О, попал! Перезарядка! Где он? Убежал, а? Хитрец. Ладно, мы хоть раз попали по нему, это радует. Он не ожидал такого, совсем не ожидал. А, вот! Он ходит так. Хоть танцевать, пора тебе умереть. Вот так, хорошо! Ах ты, сволочь, резко поднялся. У меня нет патрона больше? Обида, что я могу сказать. Кажется, ему нравится по болотам ходить. Сейчас он выйдет снова, я чувствую. Вон он! Вон он, я его вижу! Стильная супер походка. Ну-ка, он знает, что я здесь? Кто здесь? Какого хрена? Я слышал чьи-то шаги. Умри! Я же попал по тебе! Почему он по мне стреляет? Почему он по мне тоже бьет? Покоряги вот это, давай. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп. Нифига себе трюки. Напнул он мне хорошо так. Но я ему еще лучше. Он сначала сыт, потом успокаивается и приходит обратно на болото потусить. Вон он идет. О! А! Удар! А, нет, чуть не было. Черт! Патроны закончились. Ой. Ой. Ладно, он снова меня ударил. Ну, это я такой, знаете, удар просто под дых. Я сейчас отдышусь, и все будет нормально. У меня есть идея. Очень эффективная тактика, как мне кажется. Я буду стоять вот здесь. Просто надо себя обложить капканами. Тогда он фиг что сделает. Он будет напарываться на них, как лошара. Проблема только в том, что придется сначала побегать как следует за этими капканами. Первый капкан. Вот так вот. Все, побежали снова обратно. Если попал по нему! В то же время и он меня ударил. Голова откинулась как-то слишком. Сволочь, застал меня врасплох. Один здесь. Второй вот здесь. Если что, я просто зайду под лестницу. Вон он! Вон он был там, и время вышло, да? Что происходит? Что такое? Тьма. День закончился. Вот, точнее, ночь закончилась. О, боже мой. Оп, оп, еще больше... О, еще больше кабанов погибло. Сколько кабанов должно погибнуть, прежде чем эта тварь будет уничтожена, боже ж. Ну что, ребят, я думаю, на этом мы с вами остановимся. Огромное спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то... Лайк поставьте, подпишитесь на канал, расскажите об этом видео друзьям. С вами был Юджин, давайте напоследок мега-пятюлю. Вы готовы? Раз, два, три и пять.